Ну вот, как бы в доме она была уже такая винтовая лестница. Мы ее, значит, вот покрасили в красный цвет и превратили из нее, объект из нее сделали. Вот. А у отца в мастерской в Таллине была точно такая же лестница, только еще более крутая. Там совсем была каменная башня с такой с канатом вместо перил, поэтому если сильно как бы перегулять, то можно было упасть оттуда. В принципе, свою Вавилонскую башню я прямо рисовал с этого места. Вот этот прямо кусок и есть там и нарисованный. И идея, так сказать, родилась прямо вот здесь. Вот вечером я стоял, рассматривал, и вдруг пришла идея нарисовать Вавилонскую башню в телевизоре. Так что эти места рождают всякие проекты. Ну вот, в принципе, это моя мастерская, рабочее место мое. И вот, ну, на стенках, правда, не очень много работы, потому что в основном все в Москве. А это то, что как бы тут осталось. В Москве на выставке, да? Да, вот была выставка, но, как известно, из Москвы вывезти чрезвычайно трудно, поэтому... Назад, в смысле? Да, назад. Ну вот это вот рабочий стол, тут я, значит, опять тружусь над большой работой. Но как раз будучи недавно в Эстонии, Латвии, Литве, я открыл для себя, честно говоря, никогда раньше не занимался эскизами такими дорожными. А тут выяснилось, что это чрезвычайно полезная вещь, потому что, как выяснилось, эскизы эти дают возможность находить какие-то структуры, которые так, в принципе, вот в голове не рождаются. Я был всегда за то, чтобы как бы вот... из головы все придумывать. А тут выясняется, что вот такие вещи невозможно придумать. Это надо зарисовывать. Рождаются абсолютно вот такие какие-то структурные вещи. Деревья, например. Есть еще несколько. Вот такая вот ветка. Это только вот в живьем, когда ты это видишь, тогда вот можно такие вещи сделать. Это вот Куршская коса, например. Это дюны. Совершенно смешно, что тут же появился парусник, чтобы добавить как бы романтизма. Хотя его изначально не было, но вот такие смешные вещи. Потом бывает, конечно, иногда ты перебарщиваешь, видишь, там множество интересного. Вот как тут переборщил, как бы нет какого-то ударного пункта. Но иногда, вот, например, как я там на пароме переправлялся через море, вдруг природа начала передо мной открывать совершенно фантастический пустое море, солнце, облака, и вдруг посреди моря начинает идти дождь. Абсолютно драматическая такая обстановка. Потом это море, потом эта туча ушла вверх, потом это превратилось вот в что-то такое фантастическое. И это все минут за 15, поэтому работать надо чрезвычайно быстро. И это страшно увлекательное занятие оказалось. Ну и, конечно же, мальчишеские радости, всякие корабли, там это все это происходит. И все это можно фиксировать прямо вот на море. Это чрезвычайно интересно. Вот опять-таки. Девушки на пляже, что всегда очень интересно. Это особенно приятно всегда рисовать. Главное, чтобы не стояли подольше. Вот, одна из последних работ. То есть у меня есть такая работа, но в совершенно другом стиле. Я решил как бы немножко сделать такое а-ля грязевая какая-то история такая. Значит, все вообще замаслюкой так, чтобы прямо почти ничего не было видно, но в то же время какая-то интересная. Вот. А это что-то новое тоже из моего. Да, это вот последний проект, называется «Адам и Ева». Но не просто Адам и Ева, тут довольно такая серьезная психическая, психологическая история подложена. То есть как бы Ева появляется из ребра Адама, то есть это в чистом виде первое клонирование в мире. А потом, как бы, как известно, потом родились дети, и так вот у меня это все стало вообще
Она еще даже не успела как бы отделиться, как он уже ее, значит, унасекомил. А с другой стороны, это вообще как бы история еще хуже. То есть он клонировал сам себя, а потом сам себя же как бы и, так сказать, поимел. Поэтому тут разбираться и разбираться психологом.